Оксана, что ты думаешь о наших чиновниках? Хотелось бы услышать твое мнение. Ну, чиновник чиновнику рознь. Да. Точно так же, как люди бывают разные, и плохие, и хорошие. Точно так же и чиновники бывают плохие и хорошие. Ответственные и безответственные. Профессионалы и абсолютные бездари, которые сели там просто для того, чтобы какой-то статус, чувство собственной значимости у них, чтобы было, да, чтобы они могли сказать: «О, я работаю в администрации». Но он не говорит, что он там на 15 тысяч работает, да? Я могу решить вам этот вопрос, могу решить вам этот вопрос. То есть чувство собственной значимости прям прет изо всех щелей. Вот. Такие есть чиновники, которые на самом деле ничего себе не представляют, просто пустое место, их куда-то кто-то туда посадил, какой-то родственник, или он деньги за место кому-то. Наверное, не надо это говорить, он мне еще привлекло. Нет, а какие больше тебе попадались? Такие ли? Ну, естественно, у нас больше вот таких минусовых. Минусовых. Да. Как ты думаешь, почему? Но есть и звездочки такие, с которыми просто приятно звездочка общаться. Умницы, моя, лапочки. Очень вежливые, тактичные, грамотные, понимающие, пытающиеся максимально оказать тебе поддержку, помощь, если ты пришел действительно, я извиняюсь, с каким-то значимым вопросом, да, не просто нечего делать или там, а вот действительно у тебя есть проблема, реальная проблема, и этот человек, если этот чиновник тебе может помочь, это вот звездочки, но их очень мало, да? На небосклоне, да? И, к сожалению, эти звездочки, как правило, от начала до конца своей карьеры почти не растут, в смысле, не поднимаются выше. Ну, не дают им, да, не дают. Они интересны. Подрезают крылья. Они интересны. Нет, они интересны, в принципе, как рабочие лошадки. Ага. Грамотные рабочие лошадки, которые тянут на себе всю работу, но дальше их не двигают. Понятно. Их знаю. Понятно. Почему они такие, как ты думаешь? Кто они? Вот, какие? Которые минусовые? Да, вот эти минусовые чиновники. Что произошло, почему они стали такими? Или они были такими? Система, да. Система, да, все-таки? Делает. Нет, они пришли уже такими, то есть это все... Они готовыми пришли, минусовыми, естественно, да? Естественно, они недообразованные, они недовоспитанные в семье. Они недополучившие от жизни чего-то, я не знаю. Они с огромными амбициями, они потребители все. Ну, одни минусы. Плюсов практически нет. Понятно. Ну, тебе таких много, тебе, к сожалению. Тебе больше, наверное, такие попадались, да? Ну, не только мне. Я думаю, каждому из нас. В процессе общения. Большинство таких и попадается. Что делать, последний вопрос, с такими, как они? Или ничего не... Рыба гниет с головы. Рыба сгниет с головы, и что значит это, как бы ждать, да, пока все сгниет, или как? Это нужно менять систему. Ну, нам это не... Государственный строй. Я опять о политике. Не будем, да? Чтоб не привлекли. Да, да. Спасибо, до свидания.